потребовали от нас участвовать в конкурсе «Ученик года». Но неожиданно я столкнулся с проблемами. Здесь надо показывать все свои лучшие качества и достоинства. Но, недолго подумав, я понял, что у меня их толком-то и нету. Петь я как бы даже и не учился. Танцевать, ну, это не мое, так скажем. Рисовать, да у меня даже кружки-то получаются всегда кривые. Достижений в спорте тоже никаких. Все пропало. Ярик, что призадумался? Не вижу радости в глазах. Проблема пришла, откуда не ждали. Понимаешь, я серая посредственность. Да что ж ты такое говоришь? А как же твои друзья? Не даете слушать. Как это успех в спорте нет? Твое увлечение туризмом? Да, западные Саяны, хребет Ергаки, высшая точка Урала, гора народа, снег летом, болото Хыджи-Нюр, Аронецкие топи, и все это с рюкзаком за плечами. Но зато какие пейзажи! Какие у тебя способности к точным наукам? Вычислить корни уравнений – дело для меня 2 секунд. Ярик, а вспомни, какой ты заботливый сын. Семья для меня многое значит. Брат для меня является примером. По стопам папы я хотел бы поступить в высшую академию МВД. А для мамы и бабушки я незаменимый помощник. А еще он такой замечательный организатор. Собрать людей, направить их в нужное русло, организовать их деятельность для меня не составляет никаких проблем. Ярик не только хороший организатор, но еще он очень внимателен к детям. Дети – это наше будущее. Им нужна сейчас забота и внимание. Им нельзя относиться пренебрежительно. А вы знаете, какой он хороший друг? Да, друзей у меня много. Каждый за меня герой. И я ни одного из них не брошу в трудную минуту. Друзья для меня – это все. Несмотря на то, что у тебя нет медалей, ты участвуешь во всех спортивных соревнованиях школы. Я всегда рад принять участие и поддержать друзей во всех мероприятиях или соревнованиях, будь то школьные или какие-либо другие. И далеко не секрет, какой у нас Ярик дамский угодник. Ну, на эту тему я лучше промолчу. И после этого ты говоришь, что ты серая посредственность. Посмотри, какая у тебя яркая и насыщенная жизнь. Я и не знал, что у меня столько ярких моментов и впечатлений. И на этом конкурсе я хотел получить еще больше положительных эмоций и множество разных впечатлений.